Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». В студии Вячеслав Горецкий. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах этого выпуска. 150 тысяч за работу преподавателям. Кунгурские законотворцы поддерживают проект по привлечению в наш город учителей. Кто может получить такую выплату? Не пошел в армию, отправишься за решетку. Следственный комитет Кунгура возбудил дело об уклонении от службы родине. И какое из учебных заведений города готовится отметить полувековой юбилей? Узнаем сегодня об этом не только от корреспондентов Кунгурского телевидения.